До чего дошел прогресс, Олечка? Сидя, так себе, да, спокойно. Крутим потихоньку, крутим. А вдруг там кто-то нам что-то подцепил. Чуть-чуть ниже конец спиннинга. Да, и крутим, крутим, крутим. И с нами Боря. Боря снимает тоже, блогер, уже не начинающий. Подписанный горишка. Лайки ставит. Отгадал хмель. Это вопрос был. Ух ты, Олечка, ничего себе. Какая ты умничка. Посмотрите, развернись. Олечка, вот так развернись. И близок к себе рыбу. Посмотрите, идите все смотрите. Боря, он блогер. Сюда ближе, Боречка. Еще как, ты шо? Вот так вот. Держи. Фото с Олечкой и рыбой недорого. Недорого, да, Боря? Иди сюда ближе, Боря. Боечка, иди ближе. Все. А монтаж делаешь? Монтану сделаешь? Монтаж делаешь? Сделайте мне монтаж. Сейчас он все зафиксирует. Выше, выше, что ты опускаешь? О, сейчас все сделаю. Очаровательная Олечка тягает сегодня карасей колючих. Да не карасей. А как называется эта рыба? Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. А вот Боря мастер отгадал нам растение хмель, да, и слом отгадывает. Ну, классный фотоаппарат. А что вот это такое? Давай, это кормушка. Рыба подходит к кормушке, ее нюхает, пробует, кушает, она ей сложно здесь это взять. А потом крючок рядом, да, и крючок тянет, и потом мы видим поклевку через сигнализатор, подсекаем и Олечка вытягивает. Я еще сфоткаю. Еще сфоткаю. Давай нас вместе. Все, всем улыбаться, мы говорим до новых встреч с Олечкой. Так, уже холодно, ничего Боря страшного, ждет. Ничего страшного, ты не расстраивай. Да. Мы еще потом. Кто... Еще придем к тебе домой с Олечкой вместе. Олечка. Сначала Олечка, да, а орешек не нужен, да? Вот такие пип-тестики у орешка. Умный мальчик. Он еще как, он такой приколист, ты что? Так что, не пойдем? Мы же идем в гости уже к тебе, Боря, ты знаешь? Ты приготовил шаурму, там, блинчики? Приготовил? Поближе, чтобы она побольше была. Золотой. Сначала Олечку, говорит. Зачекай. Зачекай. Олечка, сначала тебя, а потом меня. Все, благодарим всех за внимание, да, Боря? И что скажем всем остальным? Будьте здоровы сейчас. Только надо нажать на красненькую еще кому-то. А то все руки. Пока.